Всем привет, с вами снова Добрый Макс, и сегодня мы с вами посмотрим игру «Первый тамплиер». Ну что ж, давайте без лишних вступлений, потому что игра, в принципе, неплохая, у нее есть хороший сюжет, неплохое управление, и, в принципе, я так думаю, она достойна для того, чтобы ее приобрести. Ну что ж, давайте, в сетевой игре можно, чтобы присоединились все, только друзья, и закрытая игра, но для обзора, понятно, нам подойдет третий вариант. Ну и для обзора давайте возьмем легкий уровень сложности. Субтитры, яркость, все оставим. Во время первого крестового похода армии европейских держав захватили Иерусалим. После этого и простолюдины, и знатные люди хлынули в святую землю, стремясь найти богатство и получить отпущение грехов. 9 бедных рыцарей объединились, чтобы защищать бесчисленных пилигримов. В течение 2 веков это братство рыцарей становилось все сильнее и богаче. Рыцари ордена были в первых рядах во время битвы. Это история о Святом Граале, о том, как он был найден и как утерян. И еще это история обо мне и о рыцарях-тамплиерах, о том, что мы делали и ради чего. До сегодняшнего дня я постоянно спрашивал себя, для чего такая сила была дана людям, по праву ли она стала нашей. Сейчас мой путь ясен мне. Я знаю, что делать. Вы, которые отправитесь следом, решите, прав я был или нет. Я поклялся посвятить свою жизнь поискам Святого Грааля. После многолетних исследований я нашел сведения, которые помогут мне отыскать его. Покинув родной Монсегюр, я отправился на встречу с великим магистром тамплиеров. Я испытывал огромное уважение к этому человеку. Он был не только моим командиром, но и моим другом. Кипр, 1291 год. В воздухе пахнет бедой. Никого не видно. Так, что же здесь произошло? Идем. Башня вон там. Отлично. По всей видимости, это убийца. Вы принесли нам деньги? Мы не принесли вам денег. Мы принесли вам мечи. Да. Великий магистр, я думал, мы встретим его здесь. Понятия да. Не имею. Будь начеку, здесь опасно. Видимо, мы пришли на самом деле на поиски великого магистра, и я могу сказать, что в принципе предисловие очень даже неплохое. Обратите внимание, насколько хорошо озвучена игра, и в принципе, я так думаю, что она достойна в любом случае, чтобы вы ее посмотрели и, возможно, приобрели. Что ж, могу сказать, что в принципе, такими вопросами задается главный герой, что зачем людям была дана такая власть и зачем людям обладать этой властью, достойны ли они ее. Это означает, что в принципе наш с вами герой, он далеко не так прост. Небольшая обучающая миссия сейчас идет. Что здесь происходит? Не знаю. Мы должны найти великого магистра. Возможно, ему угрожает опасность. Согласен. Вон там чей-то особняк. Давай заглянем туда. Ну что ж, мини-карта. Она находится в левом верхнем углу. Но давайте не будем долго ждать, потому что великий магистр в опасности, поэтому я так думаю, что нужно как можно быстрее его спасти.
Будьте вы прокляты, тамплиеры! Не нужны мне ваши деньги! Я ухожу! Беги, трус! Вперед! Вот видите, небольшая засада. Так, хорошо. Вроде бы справились. Так, ну и говорится о том, что оранжевые точки на карте — это как раз то самое, то, что поможет нам восстановить здоровье. Так, ну что ж, давайте продвигаться дальше. Вперед. Нам нужно как это можно быстрее. Старикан с мечом. Ну, конечно, старикан. Нет, ты входи, а я не хочу умирать. Там новый враг. В атаку! Хорошо. Слава богу, удалось повернуть врагов. Давайте откроем сундук. Что там может быть? Так, вы нашли бонус здоровья. До конца уровня у ваших героев будет на один шар здоровья больше. Ну что ж, давайте войдем внутрь. Боже мой, что здесь произошло? Вы посмотрите, что здесь произошло. Неужели магистр мог такое совершить? Если я и пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла. Совершенно верно. Аминь. Великий магистр. Селиан, я так рад видеть тебя. Что здесь происходит? Я прибыл на Кипр, чтобы встретиться с посланником короля Франции. Его поймали мясники из Антиохии. Зачем, я не знаю. Они хотят получить выкуп. Выкуп? За тамплиера? Это абсурд. Да. Мы не ведем переговоры с разбойниками. Да уж, это точно. Я объяснил им это. Мясники. И у них хватило смелости явиться сюда. Кто они? Отребья, зажившиеся на этом свете. Братья, мы должны освободить гонца. Великий магистр, мы сами разберемся с этими мясниками. Ты не должен рисковать жизнью. Ты нужен нам. Ты прав, Селиан. Да, таковы правила Ордена. Расскажи мне о себе. Что привело тебя сюда? Наконец-то мои поиски близки к завершению. Мы идем на восток, за Святым Граалем, к Ашкелону и землям Гий-де-Белина. За Граалем? Это дело исключительной важности. Я хочу получить твое благословение. Да благословит тебя Бог. Я буду молиться за твой успех. Мы продолжим беседу, когда вы приведете сюда гонца-француза. Ну вот видите, да, то есть, на мой взгляд, зря они не воспользовались помощью великого магистра, потому что, посмотрите, он один здесь поверг, ну, как минимум 6-7 врагов. Поэтому, вы знаете, мне кажется, немножко самонадеянно было это делать, но, в принципе, вы понимаете, что рыцари того времени, наоборот, для них было гордостью тем, в том, что они сами справлялись со всеми бедами, которые их постигали. Ну и что, что-то лежит здесь, давайте посмотрим. Благочестивый путник, читающий эти строки, знай. Здесь пилигримов подстерегает тысяча опасностей. Путь от порта Яфа до Иерусалима занимает 2 дня. Но дорога проходит по горам и жаркой пустыне, обитатели которой вылезли из самой преисподней. Если тебя не сожрут дикие звери, например, львы, и не возьмут в плен мусульмане, то рано или поздно ты встретишь работорговцев, грабителей и убийц. Удачи. Удачи. Набожный христианин перед третьим паломничеством. Ну вот такое вот недоброе совершенно напутствие. Но в принципе, а что мы с вами еще ждали, друзья? Да, можно выпить, но сейчас нам это ни к чему, потому что здоровье у нас с вами очень даже на неплохом уровне. Так, очки опыта можно потратить на умения. Чтобы приобрести умения для героев, откройте экран умений С. Вы можете выбрать те умения, которые находятся рядом с теми, которые у вас уже есть. Доступные умения, отмеченные синими значками. Не забывайте, что на этом экране вы всегда можете сменить персонажа. Давайте посмотрим. То есть вот такая вот интересная, да не интересная, а просто завораживающая, значит, меню умений. И мы можем, значит, прокачать либо силу, либо яростный удар,
либо стойкость. Персонаж получает дополнительный шар здоровья. Эти шары восстанавливают уровень здоровья. Вот, и удар щитом. Ну, давайте пока здоровьем с вами займемся. Я так думаю, что это очень даже неплохо будет. Ну и пока недостаточно опыта для остальных умений. Ну и посмотрите, у нас есть удар тамплиера. То есть простой атакующий комбо, третий удар наносит значительный урон и отбрасывает врага назад. Нужно 3 раза нажать кнопкой мыши. А мощный удар нужно зажать левую кнопку мыши, и, соответственно, этот удар будет произведен. Ну что ж, ладно, давайте. Что-то здесь не так. Я совершенно согласен с нашим. Мы узнаем, где Грааль, когда придем в Эшкелон. Эбелины захватили город несколько веков назад. Почему же они и нашли Грааль? Хороший вопрос. Когда встретим гида Белина, спроси его об этом. Вот такими вопросами задаются наши герои. И вообще, вы знаете, я могу сказать, что тема вообще игры выбрана просто бесконечно удачно, потому что поиски Святого Грааля, они занимают умы далеко не первое тысячелетие, по-моему, даже. Ну да, логично. Уже третье тысячелетие, если быть честным. Так, вражеские... Я уже побежала. Так, разберемся с лучниками в первую очередь, да? И нужно испить немножко воды. Так, увернуться каким-либо образом. Нет, в принципе, помогает. Круто. Синяя стрелка на мини-карте указывает направление дополнительных заданий. За их выполнение вы получите очки опыта и другие награды. Так, ну что же, давайте попробуем туда сходить. Так, что здесь? Здесь рассказывается об истории Ордена Тамплиеров. Так, и нам нужно найти 3 скрижали, а нашли мы пока 1 из 3. Очень даже неплохо. Совершенно потрясающая музыка, друзья. Как вы знаете, к музыке я не равнодушен. Так, ну что ж, давайте осматриваться. Я так полагаю, нужно идти туда. Хотя синяя стрелка указывает в обратном направлении, но... Пока хотелось бы осмотреться. Не идти особенно нам по сюжету. Дом горит. Внутри могли остаться люди. Отлично, давайте как можно быстрее проверить. Поможем. Эти мясники не посмеют сжечь французского посла. Только время потеряем. Откуда ты знаешь про этих антиохийских мясников? Однажды я охотился на них. Это было давным-давно, в Святой Земле. Так, и где же горящий дом? Вон он. Давайте как можно быстрее пробежим туда. Так, это какой-то кошмар. Что мы можем сделать? Мне очень хотелось бы кому-то здесь помочь. Да, но по всей видимости почему-то... Отлично. Спасибо, господин. Что случилось? Они пришли сюда, вооруженные до зубов. Они загнали нас внутрь, заперли дверь и подожгли дом. Что же нам делать? Теперь нам негде жить. Подайте на пропитание, господин. Мы монахи, давшие обет нестяжательства. Денег у нас нет. Моли Бога о том, чтобы тамплиеры прибыли на Кипр. Тогда у вас будет много работы и много еды. Ну да. Спасибо, господин. Мы будем молиться за тебя. Круто. Ну, все-таки то, что мы с вами спасли этих бедняк, это, в принципе, для меня очень даже неплохо, по-моему. Меня это очень радует. Так, ну что ж, давайте побежали. Хотелось бы отметить, что, видите, это не просто игра. Она взывает не только к тому, чтобы рубить, ломать и крушить, но и при этом, чтобы помогать людям. А это очень даже неплохо.
Так, ну что ж, давайте осмотримся. Вообще, я могу вам сказать, что графика здесь, пусть даже и немножко примитивна, но при этом она очень реалистична. То есть вот эти все колонны, все создано, по-моему, с любовью. С любовью к тому времени и к тем обстоятельствам. Так, ну что ж, давайте продвигаться дальше. Потрясающе. Потрясающе. Улучшенный удар тамплиера. До конца этой главы вы сможете использовать улучшенный удар тамплиера, более мощную версию удара. Третий удар комбо отбрасывает противника назад. Отлично. Так, ну что же. Давайте продвигаться дальше. Классный амфитеатр. Просто классный. Ну и там, видите, они потрясают топорами. То есть, на самом деле, довольно-таки трусливо они себя ведут. А враги со щитами будут отбивать большую часть ваших ударов. Используйте мощный удар, чтобы развивать щиты. Отлично. Да, мы не лыком шиты. Отлично. Да, немножко помогли нашему напарнику. Неплохо, неплохо. Предлагаю восстановить здоровье. Так, ну что ж, побежали дальше. Так, и там что-то сверкает вдалеке. Давайте эти посмотрим, что это. Были настоящей чумой. Орден поручил мне уничтожить их. Мне помогали даже мусульмане. Нескольких бандитов я убил, но главари скрылись. Вот видите, на как интересно, да? Мы с ними разберемся. По мере повествования наш герой как раз комментирует вместе со мной все события, которые происходят. Руби их! Так. Отлично. Нам нужно как можно быстрее разобраться с лучником. Хорошо. Да, круто. Так, и что же у нас осталось? Давайте пробежим вперед. По всей видимости, нам придется пройти куда-то вот сюда. Отлично. На самом деле карта довольно-таки открытая, и в принципе, вы знаете. Защищайся! Еще неизвестно, кому придется защищаться. Ну, понятно, что пока уровень довольно-таки легкий. Только непонятно, почему наш компаньон не хочет немножко поесть, подкрепиться и подлечить свои раны. Так, ну что же, нас ждут новые враги. Тамплиеры, вы умрете здесь. Я с этим не согласен. Некоторые враги могут проводить особые мощные удары. Если враг собирается нанести мощный удар, над ним появляется значок. Попытайтесь уйти от этого удара или блокировать его. Так, отлично. Нам тут кое-кто мешает. Так, круто. Давайте разберемся с простыми врагами сначала. Отлично. Супер. Эй, ты! Сюда! Так, у нас открыто уже достижение. Так, мы получили очки опыта. Так, и нужно открыть дверь. Давайте попробуем это сделать. Только сначала давайте немножко выпьем.
выпьем и покушаем. Отлично. Ну что ж, давайте откроем дверь. Так, каким образом это сделать? А, может быть, вот эту дверь? Да, скорее всего. Прекрасное дело. Наконец-то ты здесь. Здорова ли ты, госпожа? Я чувствую себя значительно лучше, чем мертвые мясники. Какой сюрприз. Королевский посланник женщина, и ее схватили мясники. О, они были так добры, что исполнили мою просьбу. Значит, ты этого хотела? Я была в Святой Земле. Нас теснили сарацины, а у мясников был корабль. Смело. Это мне нравится. Я сказала им, что за меня они получат хороший выкуп. А все остальное сделали вы, рыцари в сверкающих доспехах. Госпожа Изабелла. Отлично. Герцогиня Валуа. Какая честь. Важные новости. Замок де Ибелинов захватили сарацины. Ги де Ибелин? Погиб, защищая свой замок, как будто это того стоило. А ты, значит, случайно оказалась поблизости. У меня были новости о его дочери Марии. Ее схватили инквизиторы. Дочь великого тамплиера? Да. Более того, ее обвинили в ереси и колдовстве. Где она? Хороший вопрос. Она в аббатстве святого Иакова. Говорят, в окрестных лесах бродит какой-то зверь. Наверняка одно из ее проклятий. Инквизиторы закрыли аббатство. Весьма тревожная новость. Боюсь, ты даже не подозреваешь, насколько. Пожалуйста, отведи нас к великому магистру. Ну что ж, друзья, в принципе, сейчас мы вернемся к великому магистру. Ибелин мертв. Теперь мы никогда не узнаем тайну. Мы должны поговорить с его дочерью Мари. Возможно, она поможет нам. Это значит, что мы должны пробраться в это аббатство. Да, это так. Нам нужно немедленно покинуть Кипр. Давай поговорим с великим магистром. Он даст нам целый отряд рыцарей. Нет. Не будем втягивать орден. Отлично. Тамплиеры не должны нападать на церковь. Мы сами это сделаем. Хорошо. Значит, проводов не будет. Да уж, это точно. Мы отправились на поиски аббатства святого Иакова, которое было скрыто где-то в старом дремучем лесу. По дороге мы то и дело слышали слухи о казнях, еретиках и кровожадном звере. Вот такое вот повествование. Можно быть осторожнее. И графика просто, здесь просто крутая. То есть она не по качеству крутая, а она мы просто по атмосфере обалденная. Мы не должны орден своими действиями. А мы и не будем. Убьем этого зверя и войдем в аббатство как герои. Одного зверя? Так просто не бывает. Ну что ж, друзья, я так думаю, что в принципе вы смогли оценить эту игру благодаря этому небольшому обзору. Пусть он совсем небольшой, но вы смотрите, да, то есть на самом деле это не простой слэшер, то есть мы не просто бегаем и бьемся, причем битвы на легком уровне, понятно, что довольно-таки легкие, ну такая вот масло-масляное, на легком уровне все легкое. Вот, но при этом, вы знаете, это не мешает мне получать удовольствие от игры. Здесь можно сделать себе челлендж, установить более трудный уровень игры или играть с компаньоном. Но, в принципе, вы знаете, здесь самое главное – это сюжет. Каждую минуту, каждые 2-3 минуты идут какие-то комментарии. Комментарии от игроков, имеется в виду от тех, кто участвует в этих событиях. И вы знаете, озвучка, она просто обалденная, она просто классная. И я даже не нахожу слов, чтобы найти, чтобы точнее описать это. Вот, поэтому я так думаю, что вы с большим удовольствием поиграете в эту игру, если вам захочется скачать ее и установить на компьютер. Вот, поэтому, в общем-то, целью этого обзора было именно это. Ну что ж, ладно, немножко у меня заплетается язык, потому что я сегодня немножко устал. Вот, надеюсь, что этот обзор вам помог понять, насколько хорошая эта игра. С вами был Добрый Макс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока.